сейчас погода потихла, надо будет нормально пробежаться, я скажу, когда прошутить. Так мы с вами подготавливаем и сделаем вам. Волнительно? Да, страшно. Нет, он страшно. Ну все, хорошее впечатление. Я подготовлен. Какой ноги? Камера. Включена? Включала уже. Вот смятение, да? Там два раза будет сделать. Все, одну ногу вперед, корпус назад. Такой. Какую? Такой, давай слева, это будет удобно. Да? Вот так, супер, ноги собирать. Корпус немного назад. Сейчас рост будет выравниваться. Куда он выровняет, мы правильно просто побежим. Стоим, 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 по моей команде побежим. Стоим, стоим, отходим за крышу. Побежали. Побежали, бежим, 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 Андрюха, бежим, бежим, бежим. Да? Во, вот так вот. Нормально все. Ну конечно. Да, до конца. Ну и все, погнали. Нет. Давай, вот так вот. Вот, смотри, там пинки далеко. А где ребята-то? Где? А, вон они. Еба, вообще никого не видно. Есть мечта именно вот на параплане приобрести все, ну и начать это делать. И ребята, я как-то обмолвился, ребята взяли, подарили сертификат. Такие вообще какие проблемы, приходи доучить, вот все в этом клубе учились, сами летали. Да? Я второй сезон только летаю, уже в Таиланд ездил летать в горы. Всем, короче, вот наш, что, как бы тоже было тяжело это все преодолевать. Тяжело порой летать. Даже есть такая как бы в инструкции статья, что если как бы не стал бояться летать, так надо с этим делом связывать. Да, потому что мы с тобой вообще не бьемся нормально, выкручиваем потоки, сейчас еще много.
комфортно сидишь, ты раз. Да, да. Ну, к сожалению, я не могу расслабиться. Да. Но я это, я. Мне прям хорошо, да. Это без приборов, потому что точка обрабатываем. Видишь, мы не льемся даже, мы наоборот даже можем наращивать. Ага. Деревья мы тут, конечно, не полетим, потому что мы можем оттуда не вернуть. О, чуешь нас наверх потянуло? Ага. О, видишь, мы как бы сюда с запасом вот это прилетели вообще. Свободно. Вот так. Слушай, ну, как здорово, а? Нормально, потом со временем привыкаешь. Какой-то... Ты можешь держаться в порядке. Да. Снаряжение, вот если первое снаряжение там в районе 50 тысяч весь комплект. Я смотрел, да, на это, на, да, это сюда, на сайтах. Нормально такой. Спасибо. На здоровье, классно полетаешь. Спасибо. Стропы осторожно, ты кому это? Парапланеристу говоришь это, стропы. Как впечатление? А? Классно. Все, отключаем это, да?